Здравствуйте. Сегодня мы хотели вам рассказать о нашей новой услуге. Это воронка для привлечения реальных отзывов о вашей целевой аудитории. Но обо всем по порядку. Немного кто мы. Меня зовут Остатний Сергей. Мы уже 2 года работаем на рынке Амазона. За это время мы собрали такую хорошую стабильную команду, которая насчитывает более 15 человек, которые занимаются ведением всех наших направлений по Амазону. Это private label, арбитраж, услуги, о которых мы будем сегодня говорить. Что такое воронка? Хотелось бы максимально донести потенциал этого огромного инструмента для Amazon предпринимателей. Это полноценный инструмент, который позволит вам привлекать реальных людей в вашу целевую аудиторию, которые будут покупать ваши продукты, тестировать, оставлять отзывы. На данный момент этот способ, по крайней мере, из тех, которые мы изучили, является самым белым, самым безопасным для выполнения данной цели. Как это выглядит для клиента? Клиент видит интересное предложение в Фейсбуке или Инстаграме, переходит по этому предложению. Дальше попадает он в мессенджер, где подключается автоматизированный бот, который объясняет ему условия данной промокомпании. Если он соглашается с этими условиями, он идет дальше, покупает этот продукт, тестирует этот продукт, оставляет отзыв, и в конечном итоге вы получаете реальный отзыв от ваших реальных, от вашей реальной целевой аудитории на свой Amazon листинг. Как работает конкретно наша воронка? К примеру, первое, клиент видит интересное предложение в Фейсбуке или Инстаграм, такое как вот купи наш продукт и получи гарантированно денежный бонус, к примеру, $30, если стоимость продукта варьируется в районе $30. То есть, если там продукт стоит дороже, то будет дороже, дешевле. То есть, здесь можно играться. Вот. Он переходит по этим условиям и попадает в мессенджер, где подключается наш автоматизированный чат-бот, который объясняет клиенту условия участия в нашей промо-компании. Вот на слайде видно реальные условия из одной из наших воронок, в котором говорится, чтобы получить $25, ему нужно сделать следующее. Первое – это купить продукт на Амазоне по такой-то, такой-то цене. После этого ему нужно отправить нам ордер ID или скриншот сделанной покупки. После этого он ждет посылку, получает ее, тестирует этот продукт, и он должен поделиться своим первым впечатлением о нашем продукте на Фейсбуке, в Facebook мессенджере, или же на Амазоне, если мы его об этом попросим. И только после того, как он оставит отзыв, мы говорим ему, что в течение 24 часов мы ему дадим этих гарантированных $25. Вот. Дальше. Когда человек продолжает двигаться, мы проверяем его на соответствие неким требованиям. У человека должен быть Prime аккаунт. Если его нету, то мы, естественно, его не пропускаем дальше. Также у человека должна быть возможность оставлять отзывы. То есть мы это также проверяем. И если все окей, человек подходит нам, он осуществляет покупку, тестирует продукт и уже непосредственно оставляет отзыв. Вот. Конкретно в нашей схеме отзыв получается максимально непредвзятым. Человек может оставлять как 5, так и 1 звезду, но очень редко кто оставляет даже 3 звезды. Обычно это 5-4 звезды. Мы постарались в нашей схеме максимально отбелить этот алгоритм, чтобы он не нарушал правила Амазона. В нашей воронке нету прямых посылов, таких как оставь 5 звезд и получишь какие-то деньги за это. Это реальная компания, это вот реальная промо-компания, в которой мы запускаем, мы говорим клиенту, что мы запускаем новый продукт на рынок, и нам очень важно узнать его мнение. Вот, и как бы по факту так и получается. Немного статистики. За последние 2 месяца мы разработали 11 воронок. Средний показатель стоимости одного отзыва у нас варьируется в районе $9, без учета стоимости самого товара. К примеру, если вы заказали 100 отзывов, то стоимость будет 100 отзывов, это 9 умножить на 100, $900, и плюс себестоимость этих 100 товаров. Это уже вы должны посчитать для себя. В сумме мы получили за этот период более 300 отзывов, и процент удаления этих отзывов крайне мал, он меньше 1%, так как
Наша схема для Амазона выглядит максимально правдоподобно обычной покупке. Человек покупает товар за свои деньги, ждет этот товар, тестирует в какой-то промежуток времени, то есть мы не подгоняем этих клиентов, они оставляют отзыв, и только потом мы им это компенсируем. Это достаточно сложно следить. Даже для того, чтобы Amazon технически не мог отследить, что клиенты переходят с Facebook, все, то есть с Facebook-страницы, и покупают, мы используем специальные ссылки, которые маскируют этот трафик. То есть для Amazon это выглядит, как будто человек перешел с одного ресурса, с другого ресурса, с третьего ресурса. То есть нет взаимосвязи с Facebook-страницей. Что делает наша компания? Время реализации данной услуги у нас длится 4 недели. В первую неделю мы делаем следующее. Первое, мы анализируем ваш продукт, вашу целевую аудиторию. Второе, создаем рекламные объявления для Facebook и Instagram, баннера прорабатываем, тексты. Следующее, мы детально прорабатываем таргетинг. Это аудитория, на которую мы будем крутить рекламу. Если у вас уже есть, допустим, продукт старый, есть количество покупок, там, к примеру, 1000-1500, то мы можем выкачать эту базу клиентов и сделать на основании ее лукалайк, так называемый. Из нашего опыта лукалайк работает лучше всего, но если у вас продукт новый или по каким-то причинам нет вот такого количества покупок клиентов, то мы, конечно же, подберем аудиторию на основании нашего анализа. Следующим этапом мы адаптируем наш алгоритм, который мы тестировали, который мы совершенствовали со временем, под ваш продукт и вашу целевую аудиторию. Вот это все длится одну неделю. Следующие 3 недели мы проводим тестирование, оптимизацию, грубо говоря, шлифуем эту воронку, чтобы она давала максимальную конверсию для конкретно вашего продукта и вашей целевой аудитории. И также мы стараемся достичь за эти 3 недели тот объем отзывов, который вы заказали. Это все сопровождается полным саппортом. То есть наш саппорт полностью ведет общение с клиентами, занимается возмещениями клиентам, полностью ведет оргструктуру там, отслеживания, кому что мы там высылали, и записывает все конверсии. В итоге вы как бы получаете только отчеты. Вам по факту ничего делать не нужно, только следить за отчетами. В результате через месяц вы получаете готовый оптимизированный инструмент для привлечения живых отзывов, который будет давать хорошую конверсию и, естественно, то количество отзывов, которое вы захотите. Стоимость данной услуги $600 для одного продукта. Сюда входит полный комплекс услуг, о которых мы говорили ранее, с полным саппортом всех процессов на 1 месяц. Грубо говоря, это услуга под ключ. Вам ничего не нужно делать, вы заказали и просто следите за ходом выполнения работы. Рекламный бюджет, там Facebook реклама, раздачи, какие-то промежуточные комиссии, которые возникают, сюда не считается. Это все считается отдельно. Также, если вы заказываете 2 и более продукта, то стоимость услуги будет дешевле. Это все говорится индивидуально, в зависимости от объема работы. Также у нас есть услуга полного саппорта. Если вы там со следующего месяца, к примеру, мы сделали воронку, со следующего месяца хотите это делегировать полностью под ключ, вам там понравилась наша работа, как мы работаем, то мы можем за $400 после этого в месяц полностью это все взять на себя. То есть, грубо говоря, вы говорите, мне на этот месяц нужно столько-то отзывов. Мы просто берем и делаем. Это все стоит $400 за один продукт. Естественно, если продуктов больше, то вот саппорт как раз будет дешевле. Это все, опять же таки, обсуждается индивидуально. Мы собрали список вопросов, которые часто задают клиенты, которые обращаются к нам по данной услуге. Итак, первый вопрос. Как много я получу отзывов от вашей услуги? Смотрите, по большому счету все зависит от вашего бюджета на раздачу продукта. Вот наши услуги, они фиксированы. Сколько вы готовы раздать продуктов, чтобы получить отзывы? То есть, если вы готовы там, если вам нужно, к примеру, 100 отзывов, мы готовы сделать 100, 200, 200, 300. То есть, это не есть большая проблема. Все упирается вот по большому счету в этот бюджет на раздачу. Окей, второй вопрос. Вы будете делать воронку на нашем аккаунте Маничата и рекламном кабинете Фейсбука. У нас есть две возможности. Если у вас есть свой рекламный аккаунт, свой Маничат, то мы это все делаем у вас без проблем.
Если же у вас этого нет, то мы также делаем это все на своей стороне, потом это все передаем. После того, как вы сделаете воронку, сможем ли мы сами управлять процессом? У нас здесь есть два пути развития. Когда мы сдаем воронку, если человек дальше хочет сам это все делать, то мы подготавливаем инструкции, мы помогаем вашему наемному работнику или вам в передаче этих всех наработок, оргструктуры, чтобы вы дальше могли сами это все саппортить, управлять этим всем процессом. Если же вы это не хотите делать, а хотите делегировать, то мы это все можем забрать на полный саппорт под ключ за абонплату, которую я говорил пару слайдов выше. Итак, четвертый вопрос. После того, как вы внедрите воронку на нашем одном продукте, сможем ли мы самостоятельно ее повторять на наших остальных продуктах? Здесь, по большому счету, все зависит от ваших знаний и владения теми или иными технологиями. К примеру, здесь как бы достаточно сложный процесс. Вам нужно будет проработать там или заказать, или самому нарисовать баннера под новый продукт, если он кардинально отличается. Также проработать очень детально таргетинг, то есть свою целевую аудиторию. Вот здесь очень много тонкостей. У нас на проработку целевой аудитории уходит реально, вот мы на протяжении 3 последних недель, мы все время экспериментируем, тестируем разные аудитории. Это вот напрямую зависит... конверсия вот, правильно, от точно выбранной аудитории. Поэтому здесь очень большой объем работы. Если у вас как бы спектр ваших знаний позволяет все это делать, то вы можете просто как бы сами как бы повторять эту воронку для других продуктов. Если же нет, то мы можем за дополнительные деньги это все делать за вас. Нарушает ли Amazon TOS ваша воронка? Я бы сказал так. Все, кто предлагает что-то за отзыв или делает отзыв предвзятым, они нарушают ТОС. К сожалению, от этого уйти практически невозможно. Но мы в своей воронке постарались уйти от прямых таких формулировок, как вот «оставь 5 звезд, получи деньги», чтобы вот прямо хотя бы это не нарушать. Но за все время нашей работы не было никаких блокировок аккаунтов, никаких вообще последствий всего этого. Да и в принципе... Сейчас чат-боты считаются одним из самых безопасных методов для привлечения отзывов для Amazon продуктов. Как заказать услугу? Под этим видео будет ссылка на Google форму. Заполняйте эту форму, и наш менеджер свяжется с вами в течение дня, ответит на все вопросы и даст дальнейшие инструкции. Спасибо за внимание.